Перепрофилирование Красковской больницы в инфекционный стационар вышло на финишную прямую. Строители завершают работу на объекте. После уборки помещений и установки оборудования лечебное заведение начнет функционировать. Подробности далее. Процесс перепрофилирования Красковской больницы находится под контролем правительства Московской области. День за днем многофункциональная больница превращается в высокотехнологичный инфекционный стационар. Работа масштабная, но времени мало. Вот такой объект, если его делать размеренно, планово, планировать, проектировать, утверждать до года, этот объект он делается за 2 недели. За 11 суток на объекте полностью заменили внутренние коммуникации и электрические сети, провели отделочную работу и установили сантехнику. Еще несколько заключительных штрихов, и строители готовы передать больницу в руки сотрудников клининговой компании. Все палаты уже готовы, так как они положены в нормативы. Это инфекционные боксы, 2 бокса, туалет, душ и изолированные от коридора. Когда послеремонтная уборка завершится, начнется монтаж медицинского оборудования. Уже к 15 числу врачи смогут приступить к своим обязанностям. Лечить пациентов они будут с помощью современных технологий. Будет поставлено новое диагностическое, в том числе тяжелое оборудование, включая компьютерные томографы, которых здесь не было. Будет компьютерный томограф передвижной, который будет использоваться в отделении реанимации. Мобильный компьютерный томограф будет позволять нам выполнять исследования непосредственно у постели больного. Площади больницы позволят обустроить более 360 коек с кислородом, оборудованных по стандарту COVID-19. Для больных, которым понадобятся аппараты ИВЛ, будет выделено 100 реанимационных мест. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.